везде. Мы идем. Тут нам сказали, недалеко есть магазинчик небольшой, потому что тот бар, который здесь есть, он очень дорогой. Очень. Поэтому мы решили пройтись, посмотреть, что там есть в магазинчике, и купить, что нам нужно. На перекус. Уже не жарко. Да, хорошо. Ветерок, хорошо, духоты нету. Сухости этой нету. Ни влажности, ни сухости, да, все в норме. Сейчас посмотрим, как далеко нам идти. Я в своих новых сланцах. Но пока удобно, дальше посмотрим. У нас нету, я возьму пацанам щеку, наверное. А такого нету, как они любят. Они такое не любят. Возьмем молоко. А где такие йогурты? Пацаны мои любят тоже такие йогурты. А такая же цена, а? А, мазбут, лилек бейре. А, да, Катюнь. Ну, такой, да, достаточно приличный магазинчик. Что сейчас говорят? Разбежались по туалетам. Ужин сегодня не снимала, потому что не знали, как, что и почему вообще. Завтра сниму и попытаюсь завтрак снять. Тоже ужин был нормальный, все было, салатики и сладости были, и фрукты были свежие, каждому в стаканчиках закрытые. При входе помыть руки, естественно. Дают перчатки сразу, маска, чтобы была на лице, перчатки одеваешь. И каждый раз, когда вы подходите брать еду, нужно одевать перчатки. Конечно, геморрой, но делать нечего, сейчас весь мир так живет. Вот. Еда всем понравилась, наелись, сейчас будем гулять. А, сейчас будем гулять, сказали, что должен быть какой-то во дворе здесь. Да, мы в отдыхе. Должен быть какой-то концерт, представление, не знаю, что-то такое. Еще нам сказали, что есть еще второй бассейн, закрытый, который открывается вечером с 6 до 9, полдесятого вечера. Вот, мы хотим пойти проверить, так это или нет. И вообще мы не нашли этот второй бассейн, так что сейчас пойдем, наверное, искать. Мы нашли спортзал. Это очень далеко от отеля. Оттуда, мы ага, ну ничего страшного. Нашли бассейн второй. Альфумию хамсе. Имем альфумию саба, инту альфумию тиса. Ай! Альфумию тлад, альфумию на зашли. Коля хамуля. А, ну да, но зато ночью работает. А чё, почему нет? Мам, давай покупаемся. Сейчас нет, завтра приедем. Нет, 5 минут еще. Вот в такое время прийти никого нету, класс. Даже завтра придем, будем, да?
Где папа? На самом центральном месте. На память. Вы же с вами отдохнули. Видно тапок? Рыба тапок. Рыбка за вся в рябу. Смотри, выпачкался. Как раз ты. Да, ну хорошо.